Обещаем действовать по справедливости и распространять добро. Обещаем мечтать и воплощать мечты в жизнь. Обещаем разделять традиционные семейные ценности, уважать старших и заботиться о младших. Мечта Владимира Путина о массовой молодежной организации сбылась под вывеской «Движение первых». Движение объединяет государственные молодежные и милитаристские организации, вроде Российского союза молодежи и Юнармии. Считается, что в нем состоят до 1,5 миллиона детей от 6 до 18 лет. Движение существует на уровне региональных организаций, местных и первичных ячеек. Они могут создаваться как в школах, так и в каких-то учреждениях спорта, культуры, в детских домах и так далее. Школьники в организацию включаются массово, иногда целыми городскими районами. В моей школе создается ячейка этого движения. Вот. И вчера мне чат групповой нашего класса было скинуто от классного руководителя то, что надо зайти на их сайт и зарегистрироваться. Вот, и скриншоты ей прислать для отчетности. А что будет, если не зарегистрироваться, как-то объясняли? Ну, нам было сказано то, что сначала нас вызовут к социальному педагогу на разговор. Вот, если мы туда не придем, то будут вызывать уже родители и с ними будут разговаривать. А если мы вообще начнем там какую-то свою позицию по этому вопросу проявлять, нас поставят на школьный учет, как на неблагополучных учеников. Госфинансирование виртуальной пионерии сравнимо с бюджетами беднейших российских регионов Калмыкии и Еврейской автономной области. В течение 3 лет, с 2024 по 2026 годы, движение первых ежегодно будет получать из госбюджета 20 миллиардов рублей. И это без учета грантов и субсидий на патриотическое воспитание, которым занимается организация. Я вступаю в ученический совет своей школы. Посты, конкурсы, фотографии, видеовизитки — все это пришло в мою жизнь. Задача движения – сделать путинский патриотизм привлекательным для молодежи. Это должно быть настолько интересным и настолько захватывающим. До начала учебного года нам классный руководитель в родительский чат скинул ссылку с комментарием, что обязательно запись всех учеников. Без какой-то конкретики. Когда стали поступать вопросы от родителей, что это, для чего нужно, единственный вот комментарий, который был, это может добавить вам баллов при поступлении, если будете участвовать в каких-то активностях. Насколько я поняла, даже сам учитель не особо понимает, что это за такое движение. Увлекательными в Кремле считают милитаристские игры. Одна из них называется «Зорница 2.0». Репортаж о ней снял военкор Семен Пегов. В военно-патриотической игре участвуют 4 команды. Им за 2 дня нужно пройти через целую цепь различных испытаний. В списке испытаний основы тактической медицины, захват противника врасплох и выживание на поле боя. Не бросайте меня! Я бросил! Не надо! Походырочка! 95% всей деятельности делают такой как будто бы нейтральной и неполитической. Туристические походы, спортивные соревнования, какие-то уроки там по истории, причем не про такую вот как бы политизированную часть истории, не знаю, там история московского метро, например, и вроде бы ничего плохого, но вот оставшиеся 5% они как раз заполняют, снимают ролики к дню рождения Путина и какими-то еще такими пропагандистским содержанием наполняют. Предполагается, что дети могут не участвовать в акциях путинских пионеров, если захотят. На практике же родители жалуются журналистам, что детей на акции загоняют. Сейчас по закону, и по закону об образовании, и по закону о российском движении молодежи, и даже по уставу движения первых, сделать обязательным участие нельзя. Это может быть только добровольным, и более того, для детей до 14 лет только с письменного согласия родителей. Но на практике это часто обходится. И детей вовлекают без информированного согласия, и часто даже родители узнают по факту уже о том, что дети приняли участие в каком-то флешмобе, в концерте в поддержку армии. Я, в принципе, не против активности, когда детей собирают для каких-то хороших мероприятий, да, то есть что-то там, посадить дерево в сквере, там, животным помочь, вот какие-то такие вещи, но у меня очень серьезные опасения, подразумеваю, что не беспочвенные, что это выльется во что-то, как сейчас модно говорить, патриотическое, юнармия там и прочие вот эти вещи. В конечном итоге дети должны понять, что только лояльность властям позволит им добиться успеха. Главный, наверное, такой политический механизм в том, что для детей создают иллюзию возможности социального такого лифта,
роста к успеху, быть патриотом, поддерживать власть и участвовать в ее начинаниях. Это означает приходить к успеху, иллюзию этого успеха абсолютно лживыми способами. Действительно детям создают, их приглашают на встречи с чиновниками, их награждают, им раздают яркий мерч, там какие-то фотографии и так далее. Это такая вот пирамида, построенная, где главное качество — это лоялизм. Спускаясь под землю, ищи наш поезд, он уже вовсю перевозит пассажиров. Если ты есть, будь лучшим, если ты есть, будь первым.